Всем привет! Сегодня начинаем турнир монстров. 40 различных существ вступят в борьбу за титул «Король монстров». И сегодня будет первая битва. Да еще какая! Одни из самых популярных монстров сразятся сегодня на арене турнира. И только ты сможешь решить, кто сильнее. Монстры из группы А. Годзилла и Кинг-Конг. Годзилла. У нее яростный настрой. Кинг-Конг. Он спокоен и уверен в себе. Как же много битв было отснято на эту тему. Оба монстра очень популярны, и у каждого есть своя армия фанатов. И все мучаются вопросом, кто же сильнее. И в 2020 году планируется выход фильма «Годзилла против Кинг-Конга». Кто же будет победителем в этом фильме? Какого монстра сценаристы сделают сильнее? Но это не важно, потому что мы уже сегодня узнаем, кто сильнее. А вообще, это честная битва будет или нет? Ведь Годзилла ростом 110 метров, а наш Конг, хоть и самый большой из Конгов, но всего лишь 32 метра. А это достаточно много. И ты можешь сказать, что это нечестная битва. Но ты же ведь знаешь, я считаю, что любая битва честная, пусть даже и неравная. Но сегодняшний бой я не могу назвать неравным. Да, у Годзиллы есть преимущество в размере, но у Конга однозначно преимущество в ловкости и быстроте. И он может потягаться с Годзиллой. Смотри, насколько Халк меньше Суртура, и то отчаянно ведет битву. Если Конг так запрыгнет на шею Годзилле, то он может наносить сокрушительные удары кулаком в череп ящерицы. Так что не спеши сразу же отдавать победу Годзилле. Давай еще раз рассмотрим преимущества и недостатки сегодняшних соперников. Преимущество Годзиллы – это мощь, это ее размер. Она может снести все на своем пути. Она выдерживает множественные выстрелы и даже ядерные удары. Несомненно, Годзилла с очень крепкой кожей, и она, наверное, ничего не боится. И у нее есть еще одно преимущество – это залп. Используя свой залп, Годзилла уже в самом начале битвы может сжечь своего соперника. Но вот только она почему-то не всегда им пользуется. Например, в битве с гнусами она предпочитала рукопашный ближний бой. И только в конце использовала всю силу и мощь своего залпа. Может быть, очень много энергии тратится на такой залп. Недостатки Годзиллы – это ее неповоротливость и медлительность. Конечно, сложно такому огромному монстру быть ловким и шустрым. Может быть, именно этим воспользуется Кинг-Конг? Ведь одно из преимуществ огромной обезьяны – это ловкость. И, конечно же, сила. Годзилла сильна, потому что она большая, за счет своего веса. А у Конга есть мускулы. Он силен своей мышечной массой. Годзилла может задеть дом и разрушить его, но она никогда не сможет его разрушить своими лапками. Хотя нет, наверное, сможет. Но у Конга лапы точно сильнее. Он одним ударом дом превратит в пыль. Поэтому шустрая огромная обезьяна может уворачиваться от Годзиллы, может прыгнуть ей на шею и пустить в ход свои кулаки. И мощные удары посыпятся на голову Годзилле.
Годзилла, наверное, может смахнуть Конга на землю и, пока он не очухался, сжечь его своим залпом. А можно попробовать его раздавить. Но обезьяна может оказаться быстрее и снова начать атаковать ящерицу с флангов и сзади. Возможно, что Годзилла такой мощный монстр, что удары Конга будут для нее безболезненны. И тогда у Конга есть только один шанс. Сделать то, что он сделал с Череподьяволом. Если, конечно, сил ему хватит, так как пасть у Годзиллы это как раз в 5 побольше будет. В общем, я вижу эту битву так. Огромная и медлительная Годзилла пытается спалить Конга или раздавить его. А Конг, в свою очередь, пользуется своей ловкостью и атакует гигантскую ящерицу. Наносит удары по телу Годзиллы. Так что у каждого монстра есть шанс на победу. Но у кого они больше? У большого и медлительного или у маленького и ловкого? Пришло время голосовать. Это твое первое голосование в турнире. Помни, что по новым правилам в трудном бою проигравший монстр тоже зарабатывает очки. И помни, что голосовать надо справедливо. А теперь нажимай на вот такой значок, который находится в правом верхнем углу, и голосуй. И я специально даю тебе время на размышление. Ну что ж, первый бой окончен. Уже посыпались голоса за участников сегодняшнего состязания. А следующую битву я проведу во второй лиге в группе И. На арену выйдут 2 человекоподобных монстра. Халк и Циклоп. На сегодня это все. Подписывайся на канал, пиши комментарий и поставь лайк, если тебе понравилось видео. Всем удачи и пока!